Радио VBC продолжает удивлять и радовать. Легендарное радио холдинга «Бизнес Кейс» приготовило предновогодний подарок, а именно сестренки шоу запустили новый мегавкусный проект о правильном и здоровом образе жизни с перчинкой «Все, как они это умеют». Называется он «Сестренки за ЗОЖ», и это не просто разговор о еде, это рекомендации, рецепты и советы от популярных ведущих в прямом эфире. Катя и Лёля из полезных и натуральных продуктов приготовят оригинальные блюда, расскажут, что полезнее для завтрака и даже раскроют секрет молодости. Теперь вы не только услышите, как это вкусно, но и увидите. Специально для зрителей 8 канала сестренки делятся одним из рецептов. Ну что, ребята, мы рады, что вы подключились вновь. Наша любимая рубрика «Сестренки на ЗОЖ». Мы проводим ее совместно с Йогурт Шоп Владивосток. Разбираем с вами различные рецепты, что можно сделать, что можно приготовить, как можно разнообразить свою жизнь при помощи простого, элементарного йогурта, творожка, сметанки, но она все полезная. Сегодня мы с вами будем готовить, и готовить мы будем ватрушки. Казалось бы, самое простое, что можно сделать, ватрушки, но у нас они будут особенные, они будут, естественно, использовать в своем составе продукцию Йогурт Шоп Владивосток. Мы берем с вами рецепт, который можно записать даже сейчас. Проблем в этом не вижу, потому что он очень простой и занимает на приготовление все про все минут 20-30. Итак, рецепт очень простой. Для ватрушек вам потребуется 150 граммов творога Йогурт Шоп, белок одного яйца, 100 граммов рисовой муки, 1 чайная ложка разрыхлителя и подсластитель по вкусу. Что касается начинки, то здесь все тоже очень просто. 150 граммов творога Йогурт Шоп, желток одного яйца, подсластитель по вкусу, вкусу ягоды. Все смешиваете для теста, делаете такую прекрасную массу, выкладываете ватрушки, потом накладываете сверху начинку, запекаете 20 минут в духовке при температуре 180 градусов. Важно и то, что прежде чем предложить своим слушателям оригинальный рецепт или совет, команда сестренок проверяют его на себе, приготовив блюдо и отведав его. А уже после делятся лайфхаками и способами приготовления и украшения в прямом эфире. В этот раз сделать блюдо вкусным, а главное полезным, помогла продукция Йогурт Шоп. В рамках нашей рубрики «Сестренки на ЗОЖ» мы действительно делаем то, что говорим в эфире. И мы на этой неделе несколько рецептов предлагали именно про йогурт-шоп, как их использовать и так далее. Короче, эти ватрушки самые быстрые, что я могла придумать, потому что утром времени нет. 10 минут, 150 грамм этого творога, все это замешивается быстренько в духовку, и пока ты красишь глазки, у тебя готов уже такой завтрак. Я действительно это сделала за 10 минут. 10 минут. Узнать новые рецепты, советы и лайфхаки о правильном и здоровом образе жизни от Кати Деминой и Ляли Булавиной можно каждый будний день с 8 до 11 утра в эфире радио VBC. Слушайте и узнавайте новое и полезное в шоу «Сестренки» на волнах 101.7 FM. Дмитрий Беломестнов, Сергей Тулатиев. Новости на 8.